Республиканский закон о выделении земли многодетным семьям еще не вступил в силу, но саяногорские власти уже определили для них участки. Об этом они заявили сегодня на сессии Горсовета. После рассмотрения плана повестки депутат Наталья Казанцева выступила с вопросом о выделении семьи земли. Так, в поселке Майна администрации обозначили 18 участков и еще 6 в городе Металлургов. Площадь от 5 до 10 соток, а в будущем году власти планируют оформить еще 30 участков в южной части города. Там есть необходимая инфраструктура, и получив землю, льготники смогут построить жилье. В департамент архитектуры уже обращаются многодетные родители с заявлениями о предоставлении земли. Как только закон начнет действовать, начнется и процедура оформления.